Всем привет! Сегодня хочу сделать небольшой обзор. Ехал с работы и заехал в магазин Мастак. Это у меня по пути. И понравился мне такой набор инструментов. Я думаю, для работы будет само то. Пока еще не пользовался, только сегодня купил. Здесь 200 наименований. Это Makita. И мне понравилась стоимость 199 белорусских рублей. Очень даже такая привлекательная цена. Ручка прорезинена, в руке лежит удобно. Такой увесистый чемоданчик. Так красиво все разложено. В основном это биты. Ну, мне почему и понравился набор. В основном за биты. Их тут очень много. Особенно вот эти. Как раз в моей работе то, что нужно будет. Здесь разделено на два отдела. Вот такая ставка есть. Сверла по металлу, сверла по дереву. По металлу у нас начинается от единицы и заканчивая десятой. То же самое по дереву. Начинается от тройки, заканчивается десяткой. Сверла по питону от тройки по восьмое. Биты разнообразные. Тут их целая коллекция. Шестигранные, звездочки, очень много всяких, всякие размеры, отвертки, большие, маленькие, вот такой переходник с магнитом, наверное, будет очень удобно, быстросъемный, потом у нас вот такой гибкий переходник. Если где-то что-то закрутить, если неудобно подлезть. Два сверла. Почему-то не хочет вставляться на место. Два сверла на 300 мм длиной. Десятое и восьмое. Это по бетону. Потом керно. Но керно вот я не заметил. Оно, видите, изогнутое. Как будто кто-то пытался его проверить на прочность. Так, ну сейчас, скажем, я смотрел другой инструмент. Они на акции все были, там скидка чуть ли не 50%. Но тот набор стоил 117 рублей. И продавец заметил меня и предложил мне этот. Разница небольшая, но инструментов гораздо больше. Так, биты разнообразные. На любой вкус и цвет. Мне понравилось то, что они имеют такую длину. Удобно крутить гипсокартон, потолки, перегородки. То же самое. Большой выбор. Плюс есть у нас земкер. Если нужно рассверлить. Так, перья. 8, 15, 20. Остренькие. Так, далее. Здесь вот такой красивый логотип Makita. В следующем отделе у нас уровень, вертикаль, горизонт и под 45 градусов. С магнитом очень удобно будет крутить перегородки с профиля под гипсокартон. Так. Ключики от пятерки и до 13. То же самое. Такие есть. 5 и по 13. Ключ разводной. Крутится неплохо. То же самое. В хозяйстве, как говорится, пригодится. Тихо. Потом рукоятка такая универсальная с трещоткой, с реверсом. Это, я так понял, для этих всех ключиков. Можно и подбиты. Ножичек. Малярный ножичек. И то, что меня порадовало, то, что внутри очень много запасных лезвий. Рукоять прорезиненная, удобно. Ну, посмотрим, как оно все поведет себя в работе.
Так, круглогубцы. Удобно в руке лежит, но ручки не прорезинены. Ну а так, сборка довольно-таки неплохая. Потом кусачики у нас боковые. То же самое. Остренькие. Ну и ручка то же самое, не прорезиненная. Плюс рулетка 5-метровая. Качественная, то же самое прорезиненная. На 5 метров. Я думаю, будет неплохой в работе. Потом у нас коронки по гипсокартону, по дереву. Но мне по дереву они не нужны, в основном по гипсокартону пригодятся. Размеры, конечно, максимальные здесь. Сколько? Соточка, наверное. Но вполне пригодно. Фонарик. Как брелок. С кнопочкой. Диодный. Правда, без батарейки. Батарейку можно докупить отдельно. Ну, то, что мне понравилось. Все удобно упаковано. Компактно все. Если, к примеру, даже брать любой из этих инструментов и посмотреть его ценник, то если собрать весь этот набор, я думаю, цена там будет рублей 400, это как минимум. Вот, к примеру, такой один ножичек с лезвиями будет стоить рублей 12-14. Это даже без лезвий, только ножичек. Ключик такой будет стоить рублей 10-14. Ну и если взять такие ключики, плюс такой уровень потянет на рублей 15. То есть даже взять в этом отсеке, ну и плюс рулетка такого качества будет стоить рублей 25. То только вот этот отдел потянет на рублей 150. Но у нас вот где основной отдельчик. Меня в основном заинтересовали это биты. Их здесь превеликое количество. Вот эти биты длинные. Ну, я думаю, для работы будет самое то. Посмотрю, как это все поведет себя в деле, в работе. И через какое-то время поработаю полгодика и сделаю уже более верный обзор, как себя поведут эти все штучки. И расскажу более подробно. Ну, а за такую цену, 199 рублей, это просто фантастика. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Встретимся на объектах. И всем пока. Ну и маленький нюанс, конечно, не совсем приятный. Во-первых, здесь была вот эта полоса некрасивая, кто-то царапнул. Здесь такая коска, здесь я не заметил на радостях. Потому что выбирал совсем другой ящик, подешевле. А мне принесли вот этот. Я схватил и уже полетел на кассу. То же самое, вот это почему-то полностью не вставляется. Ну, это мелочи все. Что еще у нас здесь? А, вот эта штука здесь вот чуть-чуть согнута, вмятина такая. Ну, это то же самое, незначительно. Еще вот удобно то, что все эти ключики вот так вот, биты можно так поставить. И себе на здоровье пользуйся. Кажется, будет удобно в процессе работы. Вот такой инструмент. Будем, как говорится, пробовать и смотреть, как он будет в работе. Всем пока!